Сәлем, жаным. Қашан келесің, езі зашывайсың. Короче, той болмайтын болды. Біздің айрылысымыз келді. Тебе стоит пальцем щелкнуть, любой тебе прибежит. Щелкнуть? Вот так? Сәлем, қыздар. Красавчик, іздеп жүрсіңдер ма? Говорят, в Нур-Султане есть священный камень, и если к нему прикоснуться, все желания сбываются. Вон у меня подруга. Съездила 4 раза. 4 раза вышла замуж. И все 4 удачно. От эту песню мы начали встречаться. От эту песню мне сделал предложение. Просто грустная песня. Что если мы возьмемся все дружненько за ручки и начнем кружить хоровод? Или... Это подсолнечное масло? Нет, это ходит мое. У меня просто кожа шелушится. Делаем искусственное дыхание. Нет, 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 у меня муж, дети. Женя, я не могу, я недавно с парнем рассталась. Чего нам аутсоса? Стой, 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 волосы не трогай, я только недавно их нарастила. Нос тоже, пластика очень дорого стоит. Губы не бей, накачала недавно. Жаңа жыл мерекесі құтты болсын. А ты чего от меня в инстаграме отписалась? Жена еще называется. Привет, Мяжик, как дела? Ты Раинджана забрал садика? Забрал, вот. Это же не он. Иди поменяй. Да, на завтра заберу, ладно? А что вы загадаете, когда приедем ко мне? Я бы загадала нормального мужика. А я загадаю, чтобы Нешка перестала доставать. Ну, Нешка, она как ипотека. Думаю, что временно, оказывается, навсегда.